Фредерик Бишоп? О, боже. Это вы, Фредерик Бишоп? Нет. Он мертв, извини. Но это же ваша фотография. Полагаю, да. Джек Фостер. Я ваш новый подчиненный. Ну уж нет. Уберите от меня этого малого. И не подумаю. Он такой путь проделал, чтобы увидеть вас. Фредерик Бишоп, гордость Австралии. Знаю, он даже про возраст солгал, чтобы пройти призыв. Морзянку знаешь? Да. Пошли. Это полный провал. У нашей первой волны не было и шанса. Вон у них какая оборона. Как же мы захватим пляж? На этот раз у нас есть дредноуты. Затыкай уши, парень. Сейчас будет шумно. Отправь координаты. Собрался. С вами? Ну-ка, прицелься. Ясно, остаешься тут. Пойдешь с тыловым отрядом, после того, как я пущу ракету. Yes, сэр? Да, сэр. И на рожон не лезь. Надо добраться до верха пляжа. Эти шлюпки идут на верную смерть. Come on, boys, let's go, let's go! Thank you.
Пора пустить ракету. Твою мать, ты издеваешься? Пошли сюда! Вот! Вот смотри! Парень, твое вранье тебя же и убьет! Я просто... Памятник себе захотел на городской площади! Давай, парень, вставай, давай. Вставай, молодец. Я умру. Не умрешь. Ты австралиец. Тебе нельзя убить. Да. Наверное, да. Разве что. Ты не Киви, случайно? Нет. А теперь... Все по порядку. Давай, иди сюда, встань. Повторяй за мной, руку сюда. Это вот так. Приклад к плечу вот так, щеку к прикладу. Нет, вот так. Направляй, куда хочешь выстрелить. На, вот так. Ногу выстрели немного. Держи равновесие. Я уж начал думать, что потерял своих австралийцев. Чем могу помочь? Не вы, а парень. Нам нужен связной на линию фронта. Правда? Нет. Да. Нет! Нельзя туда парня отправлять. Он же прямо под пулю забежит и конец. Нет, нет, я смогу. Нет. Я пойду. Ладно. Ты здесь со мной. А вы... Вы будете связным. Надо как-то пробраться мимо османов. Убил же. Ну да. И на том спасибо.
Метка. Да, я просто... Я увидел и... Я... На всем фронте провал. Я так и думал. Бишоп, сообщите командованию, что мы выдвигаемся. Вы не волнуйтесь. Я тут справлюсь. Пригибайся, ствол наготове. Ищи укрытие. Понял? Понял. Надо добраться до тылового пункта. А? Стойте. А где все? Позиция союзников потеряна. Приказ навести артобстрел, чтобы прикрыть отход к пляжу. Бьют по деревне и отдаленным фортам. Черт! Фостер! Чертовы британцы! Обстреливают свою же позицию, чтобы прикрыть отход. Уайтхолл, новости из тыла. Не надо. Сначала нам тут помогите. Солдаты, готовьтесь! Вы должны быть солдатом! Чтобы нас прикрыть, надо уходить срочно. Так, я отправил людей на захват форта.
Им же конец. Кто пошел? Только добровольцы. То есть пошли все. Дети же, черт. Вы же понимаете, в его годы все такие. Фостер. Черт! Парня надо забрать. Идите. Сделаю вид, что вас тут не было. Это не ваша вина. Конечно, моя. Еще одна смерть на совести. Идите, времени у вас мало. Штурмовать форт в одиночку? А еще Фостера называл тупицей. Что, опять? Может, просто меня застрелите? Пошли. Будем тебя отсюда выводить. Тут все рухнет в любой момент. Нет, мы не можем уйти. Враги еще наступают. С ранеными мы от них не убежим. Ты иди. Я прикрою твой отход. Но, Бишоп, там еще сотни... Я притворюсь, будто захватываю форт. Это отвлечет врага. Когда пройдешь к союзникам, пусти ракету, чтобы я знал, что ты цел. Тогда я буду отходить. Боже. Что, приказы не выполняешь? А вы-то здесь по какому приказу? Иди сюда. Вот. Ты теперь настоящий австралиец. Выгляди соответственно. Ладно. Вперед, парни! Пошли! Такова война. Отходите! Все! Oh!
Не выдержал.